Да, знаю, 3-0, Жура, друзья, ваши аплодисменты. Следующим на нашу сцену приглашается... Кажется, мы уже прошли первый круг, правильно? Кого-то я забыл. Все прошли, правильно? Все прошли, мы возвращаемся к участнику, который батлил первым, а именно Дима Леваков. Дима Леваков. Где наш Дмитрий, где наш хардстайлер? Хардстайлер ушел. А, вот хардстайлер готовится к выходу на сцену. Победитель действующего чемпиона этой сцены, или он останется ни с чем. Дима начинает через несколько мгновений. Да, у Димы есть персональная фанатка, может быть, у него есть еще фанат. Давайте похлопаем, друзья. Так лучше. И начинай. То, что у нас остается 10 секунд. И 10 секунд, чтобы дать больше поддержки Диме в этом раунде. Ай, 3 потери мяча. Леша, надо сделать просто меньше 3. Меньше 3 дропов, да, и ты победил. Пройдемся по базе. Футбольный фристайл, как и все в этом мире, основывается на... своих 3 китах. Эти 3 кита — это база, Жура и голос ведущего, который да, будет говорить, что 10 секунд. Ой-ой-ой, первая потеря мяча. Все, финиш. Жура решил, что хватит. Спасибо, Дмитрий. Ты выходишь с этой сцены, у нас остается чемпион, который показал, что такое уверенное владение базой и attitude battle. Следующий участник, Нарайр, чемпион самого первого батла этого круга. Давайте дадим немножко шума до Нарайра. Пана Про написано у него на груди. Приставка Про не у всех людей в этом батле. Это люди достойны внимания. Начинай, когда готов. Очень сложный бит, тем не менее Нарайр пытается следовать. Но думаю, что Леша приготовил ответочку. Очень сочную. Как котлета по-киевски. И 3, 2, 1. Спасибо. Место Журы на сцене. Кроссовер. Пройдемся по базе еще один раз. По-моему, это стабильность, друзья. Стоит похлопать. О-хо-хо-хо-хо! Да, если бы вы были чуть активнее, это был бы повод для того, чтобы объявить победу. И 3, 2, 1. Спасибо. Да. Не самый лучший батл в исполнении Журы. Отличный выход в исполнении Нарайры. Что же решат наши судьи? Сложный выбор. Тем не менее, 3, 2, 1. Жура с минимальным перевесом, тем не менее. А нет. Да, 2 крестика, значит, нам нужен еще один доп-раунд. Извиняюсь. Еще по 30 секунд, товарищи. Нарайр начинает, когда удобно. Скорости мяч крутится не только на голове у Нарайра, но и на других частях тела, на ноге, на полу, в руках, где угодно. И это признак хорошего фристайлера, и не только фристайлера. Да. Ой-ой-ой. Все? И время, говорит мне Ваня, мой ассистент по работе с таким ценным ресурсом, как время. Но это уже не совсем база.
Стабильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Две потери мяча. Осталось. Не так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, это было три потери мяча. Леша, придется остановиться. Увы, увы, чемпион уступает свое место. Нарайер занимает трон. Друзья, ваши аплодисменты. Не самая ожидаемая смена победителя на сцене. И, тем не менее, кто же бросит вызов Нарайеру следующим? А следующим по моему списочку числится Сергей Васильев. Где же Серега? Серега выходит на сцену. Итак, Серега как претендент будет начинать этот батл. Ваня мне подскажет, что со временем. И я напоминаю, что вы можете продолжать использовать нашу дивную штуку. Хэштег Freestyle Clash и выиграть наши специальные призы. Отличный бит. А что так тихо проходит? Да, я не слышу. Давайте пошумим немножко, а то что-то давно не шумели. И поехали. Ой-ой-ой. Самый первый тур назывался «Затмение». Будет ли это затмением короля сцены Нарайера? Или же он отстоит свой титул в этом сложном парке? Жесточайший контроль от Сереги Васильева из города Самары. И время Нарайера, ответочка. Не стесняйтесь хлопать в ладоши и в бит просто так, потому что сегодня день молодежи. А хлопать в ладоши запрещено. Никому не запрещено. На этой сцене стоит почаще использовать свои руки по назначению, товарищи. Давайте поддержим участников. А в Беларуси говорят, запрещено хлопать в ладоши. Но мы, к сожалению, немножко в другом городе. И 3, 2, 1, время. Господа судьи, ваш вердикт. 3, 2, 1. Сергей Васильев. Сергей Васильев занимает трон, Нарайер покидает сцену. О, следующий в круг выходит Евгений Архипов. Саду Эрмитаж. Возможный король другого. Место под названием Эрмитаж. Любитель картины, не только любитель футбольного мяча, что мы сейчас увидим на сцене. Жека готов. Нарушим тип в треке орёт гораздо горячо наши публики, я этого не понимаю. Давайте пошумим немножко. Очень тонкая работа с китом. И 3, 2, 3, отличная сета от Жени, ответка Сереги. Прямо в петло. Два оборота лежа, это серьезно. Удержание. Непонятно на чем, непонятно как. И 3, 2, 1. Спасибо. Отличный клэш. Я даже думаю, что будет видно мне очень просто, очень непросто. Готовы? 3, 2, 1. 2 за Серегу. Евгений Архипов, увы, покидает эту сцену. Он столкнулся с серьезным сопротивлением действующего короля сцены Сереги Васильева. Возможно, наш молодой участник бросит ему вызов. Это будет Саша Мельников. Товарищ, ему 15 лет, тем не менее он бросает вызов за то, чтобы обладать этими парами десятков матов на некоторый промежуток времени. Саша начинает, когда удобно. Участники, которые будут участвовать в дисциплине Iron Man. Обращайтесь к Артему Никоненко для записи. Турнир. Первая потеря. Вторая потеря мяча, извиняюсь. 10 секунд.
без ропа Сергея Васильева. Ждем. Очень тонкая работа с музыкой. Наверное. Отличный стиль, отличные трюки. Разнообразие на уровне лучших образцов. Представлен не только в России, но и в Европе, и в мире. И все это город Самара, который дал нам талантливого парня, который завершит свое выступление на сцене через 3, 2, 1. Спасибо, Серега. Автоматическая победа 3-0. Ваши аплодисменты Саше, ваши аплодисменты Сереге Васильеву, который принимает вызов от, насколько я понимаю, еще один агент. Егор Слесарев. Егор, как новичок, начинает. 3, 2, 1, клэш! Ой-о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 й. Очень плавный стиль наступает Егор. Первая потеря. Удержание на кончике плеча. Хо-хо-хо! Кто там любит трюки на голове? 3, 2, 1, спасибо! Отличное окончание выхода. Ответка чемпиона. Хо-хо-хо! Отличный сет из непредсказуемых трюков от Сереги. Удержание дракона. Кувырок с удержания дракона. Так и не скажешь.